вашу и господа, леди и будьте живы, джентльмены. Все люди, женщины и те, кто за вас платит обычно, это самое прекрасное, самое лучшее, на мой взгляд, самое креативнейшее обеди. Отлично, отлично. Ага. Это он, да? Самое прекрасное, самое креативнейшее заведение Лавар, детка, да, мать его. И сегодня открытие, сегодня 7 декабря, сегодня у моей бабушки день рождения и открытие Лавара. Я уже дважды бухал, и это, а вот, шлюха, это же лучший диджей, Дима, а, прости. Друзья, для тех, кто не знает, а скорее всего, что никто в Брянске не знает, это диджей Дима Хаус. Он проснулся примерно 16 минут назад, но тем не менее он готов. Дмитрий, скажите, это ваш папа учредил этот бар? Да, да, все мое. Спасибо. Скажите, Дмитрий, вы еврей? Нет. А по вам видно. Спасибо. Абхаз. Очень приятно. Абхаз, Дима Хаус. Совокупность орбит, все как надо играет. Жарю утром Мальвин и танцую один, остальные стесняются. Не надо стесняться. Не надо стесняться. Музыкальный настрой. Я третий раз, сука, здесь уже в Брянске, и на третий раз я придумал небольшой стишок специально для вас. Диджей Кириллыч сегодня в лав-баре, и хоть я из Москвы, я свой парень. Под этот мир не стоит прогибаться. Скажи все вместе!